вчера лучшего баскетболиста России, избили в центре Москвы. 34-летнего Алексея Шведа сильно избили неизвестные во время того, как он с женой и друзьями отдыхал в ресторане «Джун» на Большой Никитской. Сообщается, что спортсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии. В тот вечер в заведении также отдыхала группа мужчин, предположительно уроженцев Кавказа. На выходе из ресторана у Шведа и этой компании вспыхнул конфликт. По словам очевидцев, нападавших было от 5 до 8 человек. Они якобы начали оскорблять спортсмена, упрекая в том, что в связи с проигрышем ЦСКА они потеряли деньги на ставках. В результате все оказались на улице, где и произошла драка. От сильного удара баскетболист упал, из уха у него потекла кровь, часть напавших разбежалась, а двое парней остались рядом с лежащим Алексеем, снимали его на телефон. Сообщается, что разгоряченная компания планировала баскетболиста добить, но вмешались сотрудники ресторана, которые сумели защитить Алексея Шведа. Полиция прибыла на место, когда злоумышленники уже скрылись. Ранее никто этих мужчин в ресторане не видел, но отмечается, что по предварительным данным, одного из них зовут князь Амирсаланов, он уроженец Азербайджана. После драки у ресторана спортсмена доставили в обычную больницу, однако он отказался от госпитализации и уехал домой. Швед все же обратился за медицинской помощью и лег в частную клинику. Позже полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА. Их процессуальный статус сейчас устанавливается. Предварительно, двое пойдут как подозреваемые, третий как свидетель.